немного про сегодняшний день. Сегодня утром я встал в 7 утра, чтобы пойти к 8 сюда. У меня жутко болела голова. И вот, представляете, я когда пришел сюда, пришли люди, друзья, гости. И, знаете, без всяких таблеток, без всего, у меня просто прошла голова. Я просто перестал болеть. Мне не хочется болеть, когда приходят такие хорошие люди, как вы. Спасибо, что приходите, я буду вас ждать всегда. Вот вы знаете, это тот кофе, который хочется пить. Прям хочется. Бразилия Пибери, Эфиопия Качера. Офигенно вкусный кофе. Не только в эспрессо, но и в капучино. Все, теперь будем рисовать. Итак, какой рисунок нарисовать сегодня? Посмотрим, что получится. Давайте розетку. А, нифига не получилось. Ну-ка. У тебя же еще более крутой айфон. Снимали его там, наверное, еще шире. На самом деле он не круче. Да? Почему? Ниже больше. Сломи. Которая а-ля GoPro, только не GoPro. Там, которая 4K, типа это прочее. И все. Мне тогда какая разница? Я просто на эту линзу сделал, и все. У меня будет ну, точно так же. Такое же качество. Я не сравнивал. Ну, я сравнивал. Это с E. И в этих... У меня... Ну, в 4K разве что. Дай погрызть. Ой. Погрызть. Ладно. Поздно просто. Ты уже Катя, чем делаешь? Дарим подарочки нашим любимым гостям.